работает открытая студия, и ко мне уже пришел Андрей Таран за 2019 год. Второе место в топ-20. Второе место в рейтинге директоров 8 уровня. Ну что ж, Андрей, снова мы рады вас приветствовать здесь. Здравствуйте, какие ваши настроения и эмоции? Привет, привет. Ну, конечно, эмоции зашкаливают. Это мероприятие, оно у нас юбилейное. И, конечно же, хотелось... Ну, то, что мы здесь видим, то, что понимаем, цифры, это очень впечатляет. И я очень горжусь, что я к этому прилагаю непосредственную свою руку, свое желание, ну, свою душу. Ну, вот, и работаю в этом направлении. Что исполнилось за 2019 год? Именно вот то, что, наверное, самое сокровенное, что загадывали. Ну, если из лишних желаний, можно сказать, да. Продолжаю путешествовать, и вот, как видно... Еще здесь есть, да, путешествие. Очень мечтал попасть вообще на другой континент, в Австралию, Новую Зеландию. Это, наверное, моя мечта с детства. И, конечно же, во-первых, реализовал свою мечту. Ну и другой момент, конечно, продолжаем развиваться. Очень радуюсь, что работа непочатый край, и команда растет, понимание, ну, то есть есть заделы. В общем, я весь впечатлен. Ну и два слова для тех, кто сейчас нас смотрит, чтобы они тоже, вот, может быть, сейчас ждут какого-то маяка именно от вас, вот ваши пожелания на 2020 год. Хорошо. Друзья, коллеги, просто слушатели, те люди, которые смотрят это телевидение, наши каналы, хочу сказать, что холдинг развивается. Точно так же 4 года тому назад я пришел в этот бизнес никем и с нуля. Теперь уже достиг 8 уровня. Вот. И, конечно же, каждому из вас хочу сказать, не бойтесь, делайте шаг вперед. Это большой международный холдинг, международный бизнес. Если вы видели, то теперь мы уйдем в Европу, в Америку, вот, соответственно, на другие какие-то континенты. Предпринимателей хочу в наш бизнес позвать, потому что нам как раз и не хватает тех людей, которые понимают масштабность бизнесов и которые готовы и могут за собой вести людей. Это самое главное, потому что сейчас даже, знаете, мир такой, что и заработать-то, по сути дела, людям негде. Но и наш холдинг обеспечит каждого как высокооплачиваемой работой, так и интересным бизнесом.